Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в город Магнитогам. Пытается уйти из-под опеки. Пресс, хорошая у него позиция. С кистью бросает и забивает. 1-0, Робин Пресс. И как обычно, Пресс один шаг вперед делает. Из кисти туда сильно бросает. Причем все знают, что Робин Пресс обычно так и действует. Без замаха в сторону пятака. И Петунин действительно, он даже на линии броска не находился. Подставил клюшку по шайбе. Попал ему клюшку Борис Осипович. Коробки. Осипович. Хорошая позиция. Бросок. Гол! Борис Осипович. И его первая шайба в карьере в континентальной хоккейной лиге. Чемпионата был отправлен не в Стальные Лисы, не в команду молодежной хоккейной лиги, а играл во Всероссийской хоккейной лиге за Магнитку. Парень 2005 года рождения. Классный бросок в левый от Александра Трушкова. Угол над щитом попадает. Трушков среагировать не смог. Тараканов, Баранцев. 10 секунд до появления четвертого игрока. На Данию проходит передача и гол. Удается сократить отставание в счете Ладе. Егор Черников. Неудобной руки. Мимо Энтони Греко и Алексея Маклюкова пролетает шайба на дальнюю штангу. Причем Энтони Греко по шайбе не попал, но в любом случае он подбил клюшку Алексею Маклюкову, и шайба дошла до 19 номера. Очень важна сегодня была.